Приветствую вас на канале Asmo Day Plane. Мы продолжаем играть Ночь Ворона Готика 2. Так. Мы находимся сейчас. Находимся сейчас на ферме Анара. Если я правильно помню. Все-таки праздники были, мог и забыть. Посмотрим, что нам даст задания какие. Давай. Эй, ты. Испытай меня. Испытай меня. Тебя послал ко мне Ли? Он сказал, ты поможешь мне. Хорошо. Тогда слушай. Прежде чем присоединиться к нам, ты должен сделать две вещи. Во-первых, ты должен доказать, что способен решать задачи, которые входят в обязанности наемников. Я должен испытать тебя. И второе... Ты должен заслужить уважение других наемников. Так, как мне заслужить уважение других наемников? Как мне заслужить уважение других наемников? Для большинства будет достаточно, если ты выполнишь свои задания и пройдешь мое испытание. Но чтобы убедить остальных, тебе придется поискать другой подход. И что, избить? Некоторые попытаются извлечь выгоду из твоего положения, а другим может не понравиться твое лицо. Ты должен попытаться уговорить как можно больше наших парней, но если ничего не помогает, ты всегда можешь прибегнуть к дуэли. Вои. Если ты победишь, ты завоюешь уважение большинства. Вы-то в кольчугах. Но только смотри, не убей случайно кого-нибудь. Тогда у тебя будут очень большие проблемы. Так. Правила дуэли. Правила дуэли. Это довольно просто. Оба дуэлянта должны иметь возможность обнажить оружие до нанесения первого удара. Нельзя просто так взять и напасть на кого-нибудь без предупреждения. Ну, облегчает задачу. Обязательно должен иметь место устный вызов. Оскорбление, например, или еще какая-нибудь причина для сражения. Никто из наблюдателей не имеет права вмешиваться в дуэль, если только один из дуэлянтов не будет убит. Так, уже хорошо. Так. А каковы... Анар нанял нас по двум причинам. Он хочет, чтобы мы сбросили с его шеи ополчение, и он хочет, чтобы мы поддерживали порядок на его ферме. Это включает сбор ренты, когда фермеры отказываются платить. Итак, что ты выбираешь? Что я выбираю? Я так, давай разберусь с ополчением. Фермер Бенгар недавно жаловался, что ополчение из города действует ему на нервы. Они давят на этого фермера, возможно, пытаются заставить его порвать отношения с Анаром. Я хочу, чтобы ты отправился на его ферму и дал понять этим ополченцам, что там им делать нечего. Короче, надо отпиздить их. Как мне найти ферму Бенгара? На юго-западе этой долины есть большая лестница, ведущая на плато в Габье. Да, это я знаю где. Поспрашивай фермеров. Так. Если ты сможешь доказать... Так, ладно. Я что-то слышал об этом. Бенгар. Честно скажу. Так. Этого я знаю, куда пристроить. Мне надо сначала уйти и стать этим... Как он, блин, называется-то? Охотник. Охотник называется. Так, наемник. Ну-ка. Я пришел, чтобы присоединиться к вам. Похвальная ж... А ты знаешь, что наемники будут голосовать? Принять тебя? Так. Так. Ты проголосуешь за меня? Хотя почему бы и нет? 50 золотых это разумная плата. Так. Ты проголосуешь. Хотя бы. Эй! Мало кто заходит сюда. Так.
50 золотых. Тут, блин, где-то миссия должна быть. Итак, мне надо на ферму. Так. Где у меня тут текущее задание? Так, Торф попросил прогнать ополчение с фермы Бенгара. Она находится на плоскогорье. На плоскогорье. Вот здесь есть ферма. Не знаю, Бенгар или нет. Эй, ты! Что ты делаешь здесь? Я готовлюсь к бою. Так, зачем? В последнее время у фермеров все больше проблем с полевым. Нескольких крестьян... А вот, с ним можно взять миссию. А остальные наемники уже делают стат. Вот. Мы могли бы атаковать это гнездо вместе. Ты хочешь помочь? Я хочу присоединиться к вам. О, тогда ладно. Ты хочешь показать, что хорошо? Давай. Давай расправимся. Я там вроде оставлял. Где это? В центре поля. Вон. Так, ну это я знаю. Давай это прямо сейчас. Ты бы мог сходить. Лучше хорошо. Давай посмотрим, на что ты способен. Давай. Так. Еще одна грязная тварь! Еще одним монстром стало меньше. Так, что у нас здесь есть? Так вот, куда они уволокли мертвых фермеров. Какая мерзость! Похоже, все эти грязные твари уничтожены. Пойдем назад. Подожди. Мне сначала собрать здесь надо, что здесь есть. Так. Зелье. Так, а мне вот еще орочи зелье надо. Куда бы? Пища рудокопа. Ну вот же он. Подожди минутку. Что насчет нашего? Ты шутишь? Ты же вообще ничего не делал. Мне не нравится, как я весь дрожу. Я весь. Да, блин. Я у тебя все заберу. Сейчас мы с тобой поговорим, когда ты очухаешься. Подожди. Так. Вот, ну ты очнулся. Давай теперь с тобой поговорим. Подожди минутку. Хорошо, хорошо. Ты лучший боец. Чего ты хочешь? Я думаю, какого черта? Мне очень хочется посмотреть, как ты будешь. Вот так. Так, подождите. Сохраняем. Ну-ка, смогу ли я вот этому люлей надавать? Верни. Расслабься. Так. Слух. Давай. Не кончи его. Не останавливайся.
Блин, сам подрывайся, давай. Не останавливайся, чтоб я тебя запомнил. Покажи ему. Блин, мне еще в город на мечах надо будет сходить подраться. Так, забираем все. Там ничего нет. Вот так, давай, очухивайся, падла. Как мне вот сейчас драться? Сколько там время? Время 9, можно так-то поспать. Только еще попробуй. Подожди минутку. Хорошо. Ты проголосуешь за меня? Только потому, что ты побил меня. После того, как ты забрал мое зо... Вот, спасибо, дорогой. Так. Ты только потому, что ты побил... Хотя, почему бы и нет? Ладно, посмотрим. Посмотрим, что ты мне сделаешь, падла. Так, сохрани. У тебя все равно ни хрена нет уже. Так, крестьянин, крестьянка. Что здесь у нас? Так. Восстанавливаем. Блин, вот так вот скорость, если было бы побольше, я бы рискнул бы на круг сходить солнечный, забрать арбалет. Так. Первый есть. Где второй? Второй есть. Так, надо поосторожнее быть, а то сейчас выскочит чертики с табакерки, нахрен. Хрен завалишь. Он меня завалил, подождите. Так, это у меня завалил. Мне все равно, сколько-то ему снес, так это и не получится, да, стрелами-то. Стрелы его не возьмут. Ну-ка. Так. 10 раз одну крапиву собирать. Смотрим. Поехали. Вот так. Я его забил. Ну, я так думаю, что это я его забил. Подожди минутку. Так. Как дела? Ты не здешний, да? На твоем месте я бы убиралась. Почему? Это место и раньше-то не было рая. Но мы хотя бы жили в мире и спокойствии, пока работали на Сыкоба. Но последнее время жить здесь стало просто невыносимо. Бандиты повсюду, полевые хищники уничтожают наш урожай, а лендлорд совсем озверел. Так. Ты боишься лендлорда? Конечно. Если лендлорду кто-то не понравится, он посылает своих наемников, и больше этого человека никто не видит. Так что мы предпочитаем помалкивать, так. Разве наемники не должны уничтожать полевых хищников? Я не знаю, за что там платят, но уж точно не за то, чтобы они помогали простым людям. А проблему с полевыми хищниками, мелким фермером, арендующим у него землю, приходится решать самим. Как вы защищаетесь от бандитов? Мы не защищаемся. Мы бежим. А что еще нам остается? Так, что еще вам остается? Выше нос. Это не так-то легко, работая на этого душегуба Сыкоба.
Так, понятно. Короче, Сека, по мне надо. Фермы Бенгара. Кстати, надо люлей одному тут парню дать. Только не помню, какой из них кто. Подожди минутку. Так. Как дела? Новое лицо на ферме. Я не ученик. Понятно. Но я ведь уже не так молод. Ты ведь так ждешь себе замену. Что тебя послали разгневанные соседи. А чем ты тут занимаешься? Эти животные. Ну это понятно, короче, ни хрена ты не делаешь. А что за проблемы с соседями? Трава в этой части большого Онор не возражает. Но Бенгар, фермер, владеющий высокогорными пастбищами, каждый раз орёт как резанный, когда видит моих овец. Он говорит, что Сэкоп должен платить, если хочет пасти овец на его пастбище. Но Сэкоп... Понятно. Возможно, мне стоит поговорить. Ты сделаешь это для меня? Ну ж, посмотрим. Понятно. Без проблем. Как я? Иди по этой дороге до перекрестка. Если там ты повернешь направо, ты увидишь большую скалу. А, ты там где-то. Справа и находится. Знаю я где. Все. Мне не на что. Так. Подожди, тут где-то есть тип, который не хочет работать. Вот этот, по-моему. Привет. Я не разговариваю с рабочим. Ты командуешь? Нет, я всего лишь свинсикоба. Но когда старика больше не будет... Потрясающе. Короче, ждет, когда старик помрет. Козлина такой. Вы всегда так обращаетесь со своими работниками? Конечно. Иначе нельзя. Если не поддерживать дисциплину, никто не будет работать. Это известное правило. Да сейчас, ага. А что ты делаешь? Стою на страже. Грязные ополченцы из города. Все эти ублюдки были здесь только на прошлой неделе. Кому ты рассказывал, что? Если бы я добрался до одного из них, ему бы не поздоровил. Конечно. Так. А разве наемники не помогают вам защищаться от ополчения? Да, пока наемники почешутся, я уже успею прогнать всех воров. Мне... У него нет на это времени. Я его представлю. Поможешь, если отведет. Ты считаешь себя крепким парнем и... Лучшим? Возможно, тогда... Не беспокойся, мальчик. Как скажешь. Так, дразнить мы его не стали. Нет. Так, Бальтазар. Куда это вот, Бронко. А ты что, здесь старший? Сейчас в морду получишь, придурок. Если ты хочешь свободно ходить по моей земле, ты должен заплатить мне 5 золотых, или душу из тебя вытрясу. И по твоей земле. Твоей земле? Ты что, местный фермер? Естественно. А почему еще ты должен платить мне пошлину? Я не возражаю, если ты поспрашиваешь остальных обо мне. Эй! Сейчас, подожди, я тебе жопу надеру на раз-два. Так. Привет, красавица. Хватит клеиться ко мне. Скажи лучше сразу, что тебе нужно. Скажи, вон тот тип, что стоит там. Это Бронко? Зачем он тебе? Это ваш фермер? Это он сказал тебе? Наш фермер Сыков. А Бронко просто болтун и бездельник. Но сильный как бык. А вот почему никто не протестует против того, что он не работает. Только наемники могут заставить его работать. Он очень боится их. Как идет работа? Посмотри на эти огромные поля. Ты хочешь работать? Ну это так. Вообще-то не... Тогда ты зря сюда пришел. Все на... На этом мы знаем. Ешь? Я занята. Так. Сейчас будем тебя разоблачать, падла. Эй, ты!
Ты фермер? Что? Хочешь получить по морде? Ну, давай посмотрим, что ты можешь. Я надеялся. О, бог мой! Да блин, подожди, хрен ли меня к стене прижали и ракурс поменялся. Ну-ка давай-ка попробуем. Спереди зайти, чтоб ты не смог туда выкрутить меня. Вот так. Так. Сейчас мы его заставим работать. Такой мини-квестик прошел. Овцы, овцы. Зарезать их, что ли? У меня, кстати, пила есть. Только готовить ничего не могу. Подожди минутку. Как дела? Желание трепаться еще. Не бей меня, пожалуйста. Я даже вернусь к работе. Вот так вот. Теперь давайте посмотрим. Тут бывает. Здесь есть, нету сток сена, на котором можно прилечь поспать. Здесь нету. Давайте зайдем тогда в ангар. Займем чье-нибудь место, чтобы утром встать. Так. Место тут тоже не занять. Ладно. Где вы тут спите? Да, буду в дом идти сейчас. Дом, кстати, большой в некоторых патчах, частях и тому подобное. Есть скрытые тайники в таких домах больших. Текс. Бери. Гоблины. Кстати, почитайте стихотворение «Рынок гоблинов». Что ты делаешь? Неужели в этой проклятой стране нет ни кусочка земли, которая никому не принадлежит? А ты займись делом. Послушай, у меня сейчас нет для тебя. Хорошо. У тебя нет работы для меня, но... Так. Смогу я поспать? До утра. Сундуки-то я обчистил. Почему бы нет? Ну иди сюда быстрее. А. Ладно. Пойдемте вон туда, на плато поднимемся. Мы там с вами уже были. Поэтому по-быстрому поднимемся. Да где бы мне лопату взять? Надо куда-то продавца найти. Я не знаю, встырить ее, украсть или еще что-то. Ладно, пойдем по порядочку. Просто неохота потом возвращаться и опять что-то копать, собирать. Так. Блин, еще надо селедок побольше. Кто? Быстрая селедка? Нет. В общем, напиток для ускорения, чтобы передвигаться быстрее. Скрытые ягодки. Ух ты! Как помнится, я не помню, какой я играл, но я играл в патче там вот этих куриц на этом месте, вообще тьма тьмущая была. Как будто я, не знаю, в связке в пятером, там в шестером играю в онлайн игре. О, здесь я еще не молился.
Молиться. Что за вот их отдано, что-то получено. Не успел прочитать. Так. Забрали. Посмотрим, вот кротокрысы бегают. Так. Давай теперь с тобой разберемся. Ты торговец. В чем дело? В чем дело? Ты только посмотри на этот бардак под мостом. Я такого за всю свою жизнь не встречал. Этих тварей нужно перебить всех до единых. Что случилось? Я со своими помощниками спокойно ехал по дороге. И вдруг эти подонки выскочили из засады и убили всех моих людей. Хорошо, что я еще не забыл свой коронный хук справа, иначе я тоже был бы мертв. Так. Что за люди на тебя напали? Бандиты, кто еще? Грабят каждого, кто пытается пройти. Я знал, что у них там засада. Но, похоже, моя тележка показалась им слишком соблазнительной. Эти негодяи просто спрыгнули с моста прямо на нас. Надо было попробовать незаметно проехать ночь. Ничего, я же их убил теперь. Так это твои вещи лежат под мостом? Да, тележка, товары, все остальное. Хотя все это особой ценности не представляет. Но бандиты украли у меня нечто действительно ценное. Три каменные таблички. Каменные таблички? Да. Их хотел купить у меня городской маг воды. Я обещал ему, что достану их. Я должен любой ценой вернуть их, иначе пострадает моя репутация. Так. Зачем таблички? Он сказал, что изучает их и просил привезти как можно... Как можно больше. Ну, у меня тоже такая же. Где ты берешь эти таблички? Собираю. Нахожу их в древних строениях. Я продал магу воды уже целую кучу табличек. Впрочем, здесь они встречаются довольно редко. Чаще всего я нахожу их на северо-востоке Хариниса. Так. Почему бы тебе просто не поискать новые таблички? Во время схватки с бандитами я вывихнул лодыжку. С хромой ногой я далеко не уйду. Понятно. Ты смог отбиться от бандитов? Да? А что, что-нибудь не так? Ты можешь научить меня такому удару? Конечно. Покажи мне. Хорошо, но ты окажешь мне одну услугу. Помоги мне спасти мою репутацию. Принеси мне каменные таблички для мага воды. Тогда я покажу тебе... Ну, давай. Значит, у меня есть несколько штук. Спасибо тебе. Этого достаточно. Конечно же, я иду домой. Когда мы доберемся до моего дома, я смогу продать тебе некоторые вещи. Хорошо. Только подожди перед тем, как ты уйдешь. Подожди минутку. Покажи мне, как сделать удар сильнее. Хорошо. Когда ты наносишь в одно и то же время... Сила плюс один. Ну, кстати, неплохо. Он только разовая акция. Я ничего не могу тебе... Что-то у меня... Понятно. Пойдемте посмотрим, что там есть. А, вот, кротокрысы уже... Уже здесь. На. На. Ни хрена они тут все заляпали. Что тут? Еще косяк. Ну, тележка действительно, смотрите, разбита сильно. Мало. Так. Осталось совсем немного. Так. Я не умею открывать замки отмычкой. Ничего страшного, научимся. Ну, попозже. О, точно, я кое-что вспомнил. Ух ты, ржавый меч. Ладно, давайте на обратном пути зайдем.
Просто вспомнил еще одно место, где есть таблички, я не знаю, скрижаль там может быть или табличка. А ты думал, что ты меня съешь? Ха-ха-ха! Размечтался. Наивный волк. Волчара. Вот так. Так, поднимаемся. Мы здесь уже были. Собираем грибы. Так. Они вроде должны были поссориться с братом, подрались когда. И сейчас меня вроде должны обвинить. Что это я такой плохой, а не они. Эй ты, тебе мало того, что ты натворил? Ну, конечно, мало. Так, ладно, идем к хозяину фермы. Он где-то здесь обитает. Акил. Я пока. Подожди, значит, другая ферма. Ай-яй-яй-яй. Так, ладно. Ой, жертвоприношение тоже нет. Подожди минутку. Так. С тобой. Да, я в порядке. Подожди минутку. Почему что? Почему вы не противостоите тирании Анара? Для фермеров, живущих у города, это имеет смысл. Им лучше быть на стороне ополчения, чем полагаться на наемников Анара. С другой стороны, есть Бенгар и Сыпо, которые скорее откажутся от своих ферм, чем будут работать на короле. Где находится ферма? Неподалеку от фермы. Ну это мы знаем. А вы не думали о том, чтобы отсюда уйти, не получается. Вся эта земля окружена стеной высоких непроходимых гор. Выбраться отсюда можно только через долину рудников, так как мы не можем позволить себе купить место на корабле. А долина рудников – это место, откуда не возвращаются. Мы вынуждены оставаться здесь. Что ты знаешь? Сама я там никогда не была. Но я знаю, что проход неподалеку от фермы Бенгара, на высокогорных пастбищах. Берегись. Я стараюсь из... Так. Опа. А ничего и нету. Так, а мне еще надо... А, мне же еще кого-то отпиздить надо. Чтоб еще и свидетелей не было. Ё-моё. Так, ладно, идем сюда. Здесь нет ничего. Сейчас посмотрим, я там пропустил одну из локаций. И возможно сейчас она там есть. Сейчас мы это и проверим. Она такая, знаете, она своего рода хитренькая. Ее так просто не найдешь и случайно на нее не наткнешься. Подождите, соберу. Раз уж вижу. Вот связка оружия в третьей вот готике, она вообще на ура проходит. Ладно. Так. По поводу гильдии воров не знаю, я здесь их не заметил. Так же, как и гильдии убийц, пока тоже не видел. Хотя в других патчах они действительно есть. Он... Нет, тут где-то проход был вокруг гор. Так. Ага, вот он. Все-таки есть. Сейчас, минутку. Да тихо вы.
что? Вот так вот. Короче, меня чуть не сожрали, но тем не менее. Я же не бессмертный, все же. Хоть. Так, уголь. Уголь, вот эту хрень вообще надо собирать. Потому что неизвестно, когда, что и где, как вам вот это может понадобиться. Это да. Так, так, так. Будете искать какую-нибудь одну. Я не умею открывать замки отмычкой. Ну ничего, приду еще, смотрите. Когда у тебя ни хрена нет, вот это самый кладезень такой считается. Все? Придем еще сюда потом. Так. Сейчас посмотрим. Минутку. Так, 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 так. Только я так думаю, мне в другую сторону вроде надо. Да, мы вышли, выйти-то вышли. А, ну вот, все правильно. Вот здесь можно было пройти. Так. Здесь у нас... Подожди, подожди. Отсюда вот можно было бы их расстрелять. Вот не знаю, вот там есть наверху, нет. Господа задроты, вот честно скажу. Ничего по этому поводу вам сказать не могу. Есть ли там что-то или нет. Может и есть кто-то, потому что бывает такое, что пасхалочки оставляются в такие места, в которые либо невозможно добраться, либо при помощи читерства как-то добраться, либо какими-то другими изысками. Да, там бывают и свитки какие-то, и бутыльки и тому подобное. Есть такое. А, кстати, во второй готике это и есть. Потом, если что, я вам, может, даже покажу в серии, только это не на этой карте, это на карте, куда уходят... Нет, никуда уходит детство. Куда уходят... маги воды, вот туда. Там есть такие зоны проблемные. Я их не все знаю, правда, да и лазить там муторно. Так сказать, это для истинных задротов, которые хотят, либо для умельцев, которые... Так, вот здесь вот бывает скрижаль лежит, вот здесь вот. Это у кого есть хранители, у патчи, если есть хранители, то вот здесь вот лежит скрижаль. По-моему, так. А если не скрижаль, то этот... Кто сам хранитель, наверное, стоит здесь. Но, тем не менее, кабельной таблички здесь нету, ну и ладно. Вот замок, кому интересно, так вот чук-чук-чук спрыгиваешь туда и на ферму проходишь. Так сказать, короткий путь своего рода. Да. Ну, если ты через чит, кто там чит, Марвин, то, да, какой там буквой О или какой там буквой К. Нет, F8 было, по-моему. Поднимаешься там, тык-тык-тык-тык-тык, и летишь в Париж, только надо нажимать так, чтобы наверх карты не улететь, не переборщить. Так что давайте сейчас идем на другую ферму. Там, кстати, для волка найдем работенку. Не то. Вообще не то. Так. Господи, мне лопату надо, точно? Так, откуда я прибыл? Собирай, собирай, собирай. Хопа. И сейчас минутку. А тут призрак должен быть. Я не знаю, смогу ли я его победить сейчас или нет. Но давайте хоть посмотрим на него. А! Гоблины, скелеты! Да тихо ты!
Ни хрена себе меня отхреначили. Так, ладно. Туда-то я дальше не пойду, по крайней мере, сейчас. Мы можем только сейчас заглянуть. Там вроде должны быть простые скелеты. Зомби. Вот так я их так могу. Ничего себе, а я тут думал. Так, плоть с них не могу взять, нет. Да беги ты. Вот так. Блин. Думал, мне конец, кстати. Так. Так, тут вот, кстати, духа, что ли, вызывать еще можно было раньше. Сейчас не могу сказать, в этом патче есть у меня это или нет. Но раньше вроде здесь еще и духа можно было вызывать. Тут какой-то это закрытый был хрень, там големы ходили. Стой, назад. Вот так. Так. Дверка эта закрыта, ключ мы можем получить потом. Здесь мне нужен ключ. Взламывать отмычками я тоже не умею. Так, собирай грибы. Давай, давай, давай. Чё встал? Мне сейчас. Так. В каких-то частях, кстати, такие телепорты стоят, не знаю, что за хрени так, такие, ну их открываешь, как телепорты, камни куда-то вставляешь эти, и все. Получается, телепорт. Тут специальное приспособление стоит. Так, там что, там вода. Сейчас, минутку. Так. Бежим на ферму. А, кстати, мы сюда вот еще не заглядывали. Давайте заглянем. Хотя тут в основном-то и делать нечего. Давай посмотрим, что у тебя можно. Ты кто? Вина, или может, не давай. Так, что ты можешь мне предложить? 25, 25, 25, 20 и пятерка. Я бы хотел мудрый выбор. Так. Ты платишь 50 золотых монет в неделю, и комната твоя. Нет, пока не надо. Черт побери, как дурак. Тогда попробуй поискать. Так. Покажи. Если ты сможешь заплатить. Так, давай посмотрим, смотрим. Что у тебя? Нож. Я вот не знаю, я бы арбалетные стрелы купил, но они мне так-то не нужны. Вот мясо бы купил. Нет, пока мне у тебя ничего не надо. Молоко, правда, вот. Я хрен его знает, для сыроварения всего этого. Как дела в таверне? Бывало и лучше. Люди нынче не так охотно развязывают свои кошельки, как это было раньше. Так.
Что у меня с одеждой? Ой, у меня еще и тут что-то. Так, это продать надо. Блять, взял. 250 потратил за хрен знает что. Козлина, блин. Как здесь пиво? Не самое лучшее. Что ты делаешь здесь? Еще несколько недель назад вкалывал как раб на ферме. А дальше? Однажды я понял, что больше так не выдержу. И сбежу. Теперь я сам себе хозяин. Все, что принадлежит мне, находится в этом сундуке. И больше мне ничего не нужно. А, да, выпивоха. Состязаться со мной. А, что за состязание? Что это за состязание? Я называю это... Правило очень. Мы по очереди заказываем по кружке этого превосходного пива, которое предлагает этот старый чудак. Каждую кружку. Нужно осушить до дна, так чтобы стол остался сухим, если ее перевернуть вверх дном. Выигрывает тот, кто дольше... Короче, надо его перепить. Могу я поставить на кого-нибудь еще? Конечно. Если ты найдешь кого-нибудь, у кого хватит смелости, поверь, всякий... Да есть такой человек. Ничего интересного не произошло? Ничего такого. И он, кстати, на той ферме, с которой я только что прибыл. Там есть человек, который может его перепить. Но не просто перепить. В сундуке у него действительно вещи. Но там надо что-то воду на спирт, что ли, заменить сначала. Чтобы он опьянел. Потому что он не пьянеет, падал. У него то ли там вода, то ли что нахрен. Вот. Пойдемте на ферму. Ферма. Фергана. Ох, подожди. Да. Так, подождите, если у меня этого нет, вот у меня Ватрас, я не знаю, он будет учить, он некромантия выучит меня. Кстати, некромантия хорошая вещь. Своего рода, ну вот эти дебилы, блин, призывные. Они хоть помогать будут. Так-с. Да какой нахрен, убери его. О, ни хрена себе! Я думал, это усрусих валить. На. Посмотрите-ка, как оно выходит-то. Так, это что такое лежит? Табличка. Так. Ну, неплохо. Блин, я-то рассчитывал, что я здесь охренею. Да подожди, вы-то вообще за противника не принимаетесь. Да и вообще-то и в первой части это не очень-то принимались. Единственное от вас... Да тихо ты. Так. И так. Где-то здесь кто-то бродил. Где-то. Где ты? Кстати, в какой? Вот он. В каком-то патче, короче, тут крокодилы есть. Только не помню в каком. Вот на этой местности. Или динозавры. Помню, что ящеры какие-то. Или, может, они дальше будут, потом, в какой-то главе. Так что, разные патчи. У меня, по-моему, патчей здесь нет. Она у меня
чистая ночь ворона, просто прокачана от лагов. Если я не ошибаюсь, так. Ну давай, охотник, ты же охотник должен быть. Давай, Ган, рассказывай. У тебя здесь просторно. Да, мне здесь нравится. Но если ты пойдешь вон по тому проходу, ты можешь переменить свое мнение. Если этот клочок земли произвел впечатление на тебя, значит, ты еще не видел долины рудников. Кто ты? Меня зовут Ган. Я охотник и работаю на Бенгара, фермера, владеющего этими высокогорными пастбищами. Я провожу большую часть времени на природе, греясь на солнце. Так, что мне нужно знать о долине рудников? Понятия не имею. Я видел эту долину только мельком. По мне, там слишком опасно. Лучше всего, если ты пойдешь туда по проходу. Держись протоптанной дорожки. Ты можешь пойти за вас, через большое подписчики, ущелье, и те, кто либо просто зашел на канал. Через каменный мост. Этот путь короче и безопаснее. Теперь, когда орки роются повсюду... Но первую карту мы все знаем наизусть. Будь осторожным. Мне совсем не хочется тащить тебя к ведьме-целительнице. Кстати, надо к ведьме-целительнице зайти. Я знаю, где она находится. Целительница? Хорошая женщина. Сагитта. Она лечит фермеров и других людей, живущих вне города. Очень загадочная женщина. Никому не нравится ходить к ней. И все обожают распускать о ней сплетни. Но если ты заболеешь, ты нигде не найдешь лучшей помощи, чем у Сагиты. На ее кухне полной целебных трав. Ну это я уже только что сказал. Так, травница, целительница. Как охота. Как охота. Последнее животное, которое мне удалось убить. Дела совсем плохо, да? Ней какой-то фыркающий зверь здесь. Он не только убивает все, что движется, он мешает моей работе. Так, а может так. А как выглядит этот опасный зверь? Я точно не знаю. Я только слышал фырканье. Я, по-моему, знаю, где он находится. Это динозаврик такой. Зверь как-то оторвал одному волку голову. Сколько ты заплатишь, если я убью этого зверя для тебя? Я бы отдал тому, кто убьет этого зверя. Все, что у меня есть. Ой, какой ты бедный. Откуда? Так, откуда пришел, я сейчас покажу. Так, вот, ты можешь меня научить чему-нибудь? Нет проблем. За 100 золотых шкуры и другие. Да давай, вот 100 золотых, давай. Вот, спасибо. Чему ты можешь? Я не могу научить тебя ничему, что ты... А я же ни хрена не знаю, ты охренел что ли? Снятие шкур ни хрена. Подожди, а что-то обучен. А, подкрадывание обучен только. Эй. Козлина. Ладно, как бы то ни было. Надо успеть до него успеть. Собрать все эти. Бонусы нахрен, а то он всех их перебьет, а потом я кого буду убивать. Так. На. И как я это сделаю? Видели крест? Так, фыркающий зверь, он где-то там.
Сейчас мы к нему будем проходить потихонечку, постепенно, подождите. Тут главное не спешить. Кстати, если игру вы не взламывали, не патчи не использовали, эта игра вам, ну, на долгое время хватит, потому что потихонечку, помаленечку вы будете ходить, собирать, прокачивать. Самый быстрый способ прокачать перса — это в первом городе начинать выполнять задания. Вы еще до второго города не дойдете, но в первом городе у вас до хрена заданий будет. Вы можете за кузнеца, за травника, за мебельщика, кстати, то вот он, вот он. Фыркающий зверь. Да, твою ж мать. Рано еще, да, поди до него? Да и у меня жизни нету ни хрена. Да тем более, ну ладно. Давайте, я потом к нему приду, к этому фыркающему зверю. Пойдемте. Пока отбежим. Он же нам не к спеху, правильно? Ну и вот, в общем, в первом городе можете помогать людям, кстати, кого-то в подмастерье. Я проходил, я за разных проходил подмастерье и за кузнеца. Это, кстати, самый распространенный. Я не знаю, почему кузнецу нас тянет всех. Ожидается, что ты будешь охренеть и кольчуги там это выковывать, и мечи выковывать себе. Ни хрена! Стандартные будешь себе ковать. Благ никаких, привилегий ноль. Такой же, как и у остальных, не больше, не меньше. Единственное, что, да, то, что ты вот будешь, если по миссиям будешь идти, то... О, помолиться. Если по миссиям будешь идти, то... Сотню. Что хотел сказать? Блин, с этим минусом сбился. По миссии будешь идти, то прокачаешься, да. И в теории ты научишься замки вскрывать у этого замочника, токаря, слесаря, кто он там, плотника. А, вон, с теми мне надо будет разобраться. Мама, не горюй. Можно... Время сколько? Да что ее мать-то, где время-то? Время 7 часов вечера. Эй! Так. Все в порядке. Еще один подъемный рабочий, который не знает, чем заняться. Нет проблем. Поговори с нашим фермером Бенга. Так я к нему и пришел. Что ты делаешь? Я пасу овец. Но иногда нужно быть очень внимательным. Особенно если приближаешься к проходу. Что-то немного. И тогда единственное, чего от прохода это... нам, фермерам. Это ежемесячный... Это вообще... Проход это проход. Чё тут? Что говорят? Разве? Некоторые говорят, что слышат... Свет думаю, над горами. Это уже про драконов. Я не вижу здесь женщин. Ты прав. Это мужская ферма. А ты? Нет. Подход... Понятно. Раньше долина рудников была естественной. Это паладины, это вот все, это как сказать. Все это пустой трёп так-то. Вот он, Бенга. Ты здесь. Можно сказать. Я пришел к тебе на помощь. Как ты зарабатываешь? В основном охота и рубка леса. Ну и конечно же, мы также выращиваем овец и работаем в поле. Онор навязал мне всех этих работников, и мне приходится чем-то занимать их. Всего несколько из них хорошие охотники, понимаешь? Так. Не случалось ли здесь в последнее время что-нибудь необычное? В последние дни происходит много необычных вещей, но самым необычным было исчезновение Пардоса. Это один из моих рабочих, понимаешь? Он не из тех, кто способен в один прекрасный момент все бросить и сбежать в неизвестном направлении. А вот он-то сбежал с той проституткой, которую мы в прошлой части имели. Это да. Что именно в его исчезновении?
расстоянии показалось тебе странным? Пардос довольно труслив. Самое большое расстояние, на которое он уходил, а может, его сожрали? Граница дальнего поля. Он трясется от страха даже при виде мясного жука. Я понимаю. Выглядят они довольно неприятно, но... А еще говорят, кто-то их жрет. Человек ко всему привыкает. Я жрал, что теперь? Может быть, ему просто все надо... Работа на полях была всей его жизнью. Я не могу даже представить себе, чтобы он ушел работать к другому фермеру. У меня он получал все, что... Так. Есть какие-нибудь мысли? Думаю, его похитили бандиты. Однажды я видел, как они тащили в свой лагерь горожанина. Похоже, что они собирались сделать его рабом. Так. Где находится лагерь? Там, где кончаются мои поля, есть лестница, ведущая в небольшую лощину. Там они и обосновались. Не-не-не-не-не-не. Искать там Пардоса, но с этими парнями мне не справиться. Тебе, кстати, там охотники были. От них подальше. Шутить они не любят. Там охотники были. Не дай бог, блин, у меня патч. Там, где нет охотников, это будет немножко жопа. Что ты? Это жадный ублюдок. Из-за него нас всех повесят. Однажды. Ну, ну ладно. Выбор, если я буду. А так он. Ты уже сказал. А что ты? Это очевидно. С тех пор, как паладины при. Теперь это чертово ополчение. Короче, ты против всех хочешь быть за себя, но она единственная, что тебе. У прохода? Предлагает. Да. У прохода, да. Пастуху Бальтазару запрещено появляться на твоих пастбищах? О, да. Это долгая история. Я сказал ему, что Секов должен платить деньги, если хочет пасти своих овец на моих пастбищах. По правде говоря, это всего лишь отговорка. Я просто на дух не приношу Бальтазара. Ну, ничего страшного. Ты нанимаешь паденных рабочих? Он увольняет работников, которые не нужны на его ферме. Затем он посылает их ко мне, я кормлю их, и они работают на меня. Ну, это понятно. Я должен решить твою... Что? Я сказал Конору, чтобы он прислал своих наемников. Это мой шанс проявить себя. Ужас. Да ты знаешь, что ополчение сделает? Эти не важно. Как раз вовремя. Они могут появиться в любую... Вас тут так много? Да, нас много. Но мы не сможем противостоять хорошо обученным бойцам. Так. Ну и где твое ополчение? Вон, они уже идут. Видишь? Только не подведи. Так. Да смотрите на него, еще один клоун. Что ты здесь? Кто ты, черт? Нет ничего нового. Я твой худший кошмар. Считай, что ты уже... Ни хрена себе, подожди. Так. А если вас и расстреливать потихонечку? Посмотрите, кто... Так. Да беги ты! Мы еще встретим! Вот так. Блин, ты мне еще угрожать будешь, скотина. Так, а здесь что? И главное, вдвоем еще на меня нападают, падлы. Ой, правда, я думаю, у меня в городе проблемы будут. Почему-то они могут знать, что я их убил. Твои проблемы с ополчением уже в прошлом. Неплохо. Может быть, хотя бы этот месяц я буду не в убытке. Ополчение ушло. И... Чему? Потому что я так сказал. Хорошо. Только пусть он пасет своих овец где-нибудь за полем. Так. Береги. Ты тоже. Блин, вот сейчас надо со всеми поговорить. Вот тут
Где? Какой-то определенный чел должен мне подсказать, что ли. Или в определенное время должны мне подсказать, что нам тут не хватает защиты, которые там ля-ля-ля, тополя. Что? Будьте любезны пришлать мне кого-нибудь защитить меня хорошего. Эй! Около. Я. Так. Ладно, вот еще есть трое человек. Заходим, смотрим, где у нас лежак хотя бы. Лежака нет. Ладно. Ладушки, ладушки сказали нам бабушки. Даешь твою что ж. Да как так-то, блин, вот в патче хоть, блин, сено было, можно было прилечь. Ну-ка, здесь можно отдохнуть? Даже у костра нельзя отдохнуть. А тут две кровати. До утра, конечно. Подожди минутку. Бери. Подожди, где-то второй был. А, мало. Тут, кстати, есть еще один лагерь, к которому вы можете присоединиться. Кто хочет, если вот так прямо пойти, там лагерь сектантов будет, да. Лагерь сектантов и кто там, ну, травокуры там туда подобное. Можете обращаться туда смело. Сейчас давайте посмотрим, глянем. Лагерь сектантов все еще там. Черт-то почему нет? Или в этом патче нет? Или что? Или. Блин, а представьте, если в этом патче действительно нет. Но я его что-то не вижу. Он должен быть здесь. Но его здесь нет. Видимо, действительно нету. Да тихо ты. Да подожди. Сейчас мы с меча попробуем тебя резать. Ну так-то вы не старайтесь на него напасть. Он действительно мощный зверь, захреначит вас. Даже если вы прокачанный боец. Либо использовать хитрость. Ну давай. Вот типа как сюда залезть. А ты где? Эй! Что-то я не совсем понимаю, ты куда делся-то? На. Нет. Мне кажется, это место специально сделано под то, чтобы из лука его, или бы с арбалета, с кого-нибудь, с колота его. Тыщ, прям, тыщ, расхреначить его. Давай. До этого у нас что? Dark Souls был, там пистолет был. Ха, у него патроны бесконечные были. Можно было хреначить. Так. Подожди, подожди, да подожди ты. Да ты куда? Блядь. Я что-то не пойму.
Ну не было же тебя. Ну-ка. Что-то не то. Пенек какой-нибудь залезть, что ли, хотя бы. На. Что ты мне сделаешь? Ха-ха. Давай, драконий снайпер. Кстати, это он здесь такой, а там-то он будет их несколько таких штук. Вот так. Собираем все, что есть. Волчий зуб. Блин, у меня действительно, походу, дело чистая она идет. Лагеря сектантов нет. Тут вот должен быть такой небольшой проход. Вот, но его тоже нет. Он, ну как проход? Пещерка такая. Как видите, он почему-то даже туда не идет. А обрушена, так скажем, граница поставлена. Ну, давайте предупредим нашего охотника, что у нас все хорошо. Прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. А ты пришел, ты чего ждал-то, когда я его убью, что ли? Этот ужасный зверь мертв, я полагаю. Естественно. Теперь я опять могу охотиться спокойно. Вот деньги, что я обещал тебе. Эй! Чему ты можешь... Я не могу научить тебя ничему, что... Что ты еще не знаешь? Чего я еще не знаю? Теперь, как... Научи меня шкуру сдирать. А, точно я знаю, где еще не потрошил ничего. Сейчас, минутку. Это же огромное упущение с моей стороны, там столько мяса. Так, а ты, кстати, вот здесь потрошил, ты их, куриц этих убил. Где мясо? Ладно, запомним. Так, а пирата-то где мне встретить? Пират должен быть на таком месте, что я его обойти не смогу, это факт. Только где я его обойти не смогу? На какой дороге? Так. Ну, туда я пока не ходил. Соберем. Всех их вместе соберем. Соберем. Да, вот такая детская немножко считалочка. Не знаю, игра. Как? Нет. Видео. Ну-ка, да. Кто тут еще остался? Опа. Вот здесь вот копать можно. Вот так. Но у меня лопаты нет. Я ее даже нигде еще не забрал. Так. Мне еще с тем сразиться надо, там что-то с обеда он сражается. До скольки-то. Там еще, блин, поиметь с него. Это я ему еще меньше притащил его. Так. Так, давай, что еще тут? Пойдемте. Попробуем попасть к этим, к охотникам.
если они, конечно, существуют. Как мы поняли, лагерь сектантов не существует. А, кстати, вот я какой-то мега прокачанный играл. Что же было там? В мега прокачанный играл, там, получается, были сектанты, которые и варили, и давали дополнительные задания куда-то там идти. Где черного трона надо гасить, дополнительные пещеры были. Тут, кстати, говорю, в патчах много дополнительных пещер. Да. Хранители, которые тебе масло в огонь подливают. Да, там всего побольше. Шпага бандита. Бьют их все-таки здесь. Не любят бандитов. Такс. Ой, что-то я чувствую, что здесь охотников нету. Что-то я их избушки даже не вижу. А, нет, смотрите, как какой-то лагерь есть, но если только не бандиты, конечно же. И вот этот драконий корень нам очень нужен. Он вроде силу прибавляет. Так, а с другой стороны, как я понимаю, у нас есть избушка, в которой закрыт некромант, который подох хрен знает когда. Таких башен у нас всего две. Одна вон там находится, если я не ошибаюсь, если, конечно, она там должна существовать. Да тихо ты, не бей меня. А вторая находится на на западе этой карты, у самого синего моря. Вот. Там. И там находится находится черный. А кто он там каменный? Голем. Который тебя хреначит, как что, есть. Вот у них были избушки. Здесь, смотрите. Ой-ой-ой-ой. Да подождите вы. Ни хрена вы на меня напали, я даже сосредоточиться не успел. Что вам надо? Я вообще-то к охотникам сюда шел. Ой. Хорошо ты в меня прилетело-то. Быстро шьет. Вот так. Вот она, шпага бандита, и лежала там. Ой-ой, я-то хотел охотником стать. Я смотрю, что-то нету этих, нету танцовщиц, которые играли, кто не... гильдия убийц. Нету других, которые в гильдии наемниках состоят. Ой, гильдии воров. Гильдии наемников, гильдии воров. Подожди. Кстати, тебя потеряли, козлина. Слава богам. С бандитами покончим. Ты спас мне жизнь. Хвали меня! Кто ты такой? Меня зовут Элврих. Я из города. Эти подонки притащили меня сюда и держали в плену. В городе пропадали и другие люди. Не знаю ничего о других людях. Могу рассказать только, что случилось со мной. И что же с тобой случилось? Я шел на свидание. Я должен был встретиться со своей девушкой. Ее зовут Люси. Мы собирались направиться к горам, подальше от города и всех, кто там живет. Я дошел до места, где ждала меня Люси. И вдруг появились бандиты и схватили нас обоих. Конечно, я сопротивлялся, но их было слишком много. Ты, кстати, их не встречал? Что хотели от тебя бандиты? Несколько раз. Мне удавалось подслушать их беседы. Из них я понял. Ты. Куда вас собирались увидеть? Это место находится где-то здесь, на острове. Но похоже, что без корабля туда не добраться. Меня привели на побережье. На нем расположился небольшой пиратский лагерь. Один из бандитов подошел к пиратам и начал... Я думаю, что бандит хотел, чтобы... Но пираты отказались, и бандитам пришлось уйти. По-моему, бандиты просто не знали, что им делать дальше.
Так, где находится лагерь пиратов? Ты не знаешь? Недалеко от гавани Хариниса. Если ты встанешь на набережной лицом к морю, то он будет справа, это я знаю. Залив, который встретится тебе на пути и будет нужным тебе местом. Пираты в Харинисе? Известно мне о них немного. Они стараются оставаться в тени. У пиратов есть суеверие. Они боятся виселиц. Ну-ка, пролюси меня. Это девушка из портового. Знаю я, где ее искать. И кто она такая? Брамор. Ну, если Люси что-то и украла у Брамора, у нее отобрали. Где? Мы разделились. Люси бандит. Да знаю я, где она. Ты... Именно это я и собираюсь сделать. Ты пойдешь искать бандит? Думаю, что ты... Если найдешь Люси... Отведи ее в город, хорошо? Я посмотрю. Да, встреть! Посмотрим. Давай, лошара. Ты уж сам там. Я не умею открывать замки отмычкой. Ну-ну. Там вроде проход свободен, тебе вроде ничего не должно угрожать. И не дай бог ты, тварь, помрешь. Я тебе не прощу этого. Так. Люсия находится, да, там, за фермой. Чуть-чуть повыше. Шпага бандита, прям усеяно все шпагами бандита, указывающее, что здесь подыхали бандиты. Все. С ними покончено. Так. Ой, люля. Нас имеют за скрипаля. Ой, люля. Это, мягко говоря. Так. Собираем. Так, охотников нету, хотя у охотников был превосходный спальник. Чтоб это можно было в любом месте, опа, и спать. И не надо тебе там ходить искать, где перекантоваться, как бомж. Так. Ну давай, вас еще соберу. Я думаю, до круга сходить. Так. Берем. Кто ж мне научит шкуру-то тогда хреначить? Ой. Если я бы, я боюсь, единственное, что если я куда-то сейчас вяжусь, сделаю, я могу провалить там задание. И это будет не очень хорошо. Ладно. Чистая, так чистая, без патчей. Так, и раз мы сделали это задание. Так. Ладно, к нему потом пойдем. Через него пойдем, да? Через него, я так думаю. Кто ты? Ты только подходи. Я хочу поговори с Тором. Так, как бы мне волка-то пристроить?
Я знаю, что он туда-то должен уйти. Что тебе? Это было так, как ты сказал. Я... Если Ли будет продолжать в том же... Что ты хочешь? Он хочет, чтобы мы сидели здесь и били баклу. Силью всегда говорил, что нападение... Что такое Сильвер? Наш следующий предводитель, если тебе интересно мое мнение. Если ты собираешься просить его, чтобы он позволил тебе присоединиться, судя по твоему виду, ты не подходишь. Я бы... Да провали! Что тебе нужно? Я тут... Что? По-моему, я... Тихо. Защищайся. Неплохо. Но. Потом, сейчас, подожди, сейчас ты очухаешься. Вот, танцуй, что ли, или что-то. Так. Ты можешь послушать, мальчик, чтобы владеть, почему бы тебе не пойти на пастбище? У нас места нет. Не для слабаков, ах ты. Я достаточно. Чушь! Ты даже не смог. Никому это не знаю, где его так отделать. Я. Ох, ты разбор. Готов. Точно? Ну, ты похож на нищего сосунка, скажем. Давай, сойдет. Конечно. Покажи. Вот. Хорошо, давай посмотрим. Чё? Съел? Так, достаточно? Похоже, я никак не ожидал от тебя такого. Ну, похоже, я только что потерял 30 золотых, а теперь отдай. Вот. Ты мод? Я неплохой боец, и всё же, я думаю, я могу показать... Давай. Я... Мало ли, вдруг пригодится, двухручное оружие все-таки. О, если тебе интересно мое... То я не против. Хорошо. Подожди этого козлина теперь. Эй! Хорошо, хорошо! Я бы... Так, ну вот. Привет, красавица. Я не знаю, где его так отделать. Здесь, на ферме... Работа есть какая-нибудь? Мой отец хорошо платит всем, кто помогает защищать ферму. Тебе это интересно? Ты не похож... Сколько платит? Тебе лучше обсудить этот вопрос. Я знаю только, что наемник... Так. Правило. Не трогай того, что тебе не принадлежит. Не суй свой нос в чужие. Если тебе хочется подраться, если ты начнешь драку с фермером. Понятно. Чем ты занимаешься? Я продаю то, что мы выращиваем на ферме. Но я хочу предупредить тебя. Я не люблю торг. Да, ничего страшного. Ничего эти. Несколько дней назад мой отец объявил, что нам больше нельзя ничего. Поэтому я теперь все время на ферме. Понятно. Выбирай. А, у тебя такие только. Ладно. Я уже подумал. Так. Как дела? Эй, я тебя откуда-то знаю? Возможно. Я торговал болотной травой в колонии. Я хочу... Людям Ли? Если Ли будет продолжать в том же духе, они скоро перестанут быть его людьми. Почему? Ли всегда был очень спокойным, а последнее время это стало уж слишком. Он хочет просто сидеть здесь и ждать, пока паладина не помрет. Кстати, да, если вы думаете, почему я так спокойно отношусь, да, я не эмоциональный, потому что я не корову проигрываю, это всего лишь компьютерная игра. Это была бы превосходная смена обстановки. А сейчас большинство из нас просто бьют баклуши здесь. И ты все равно хочешь. Я, конечно, хочу присоединиться. Так, а чем ты торгуешь сейчас?
Я все равно хочу. Ты уже знаешь, что мы голосуем? На что ты? Мы, конечно, знаем. Я уже давно ничего не курил. Принеси мне несколько кошельков. Я уверен, тебе вот... Так. Значит... Вот несколько косяков. А ты наш чулпан. Ты получишь. Ну вот так. Чем ты вот так? Чем ты... Я принес с собой из колонии целый тюк болотной травы. Многие наемники не прочь иногда покурить травку. Я даже смог... Но какой-то ублюдок украл эту траву из моего сундука. Я почти уверен, что это вот он, если все будет. Он спит в той же комнате, что и я. И всегда... Так. И что ты собираешь? Когда-нибудь я поймаю его, когда он будет... И тогда я найду укромное местечко. И преподам ему урок, если я вырублю его прямо здесь, посреди двора, на глазах у фермеров. Я могу платиться за это. Это почему? Все просто. Мы не можем досаждать фермерам. Иначе Ли заставит нас заплатить солидный штраф. И чем больше свидетелей, так что это нужно будет сделать аккуратно и тихо. Понятно. Конечно. Чем ты торгуешь? Вот это мне интересно, это что такое вот... А, отмычка. Ну, даже не знаю. Давай, отмычку я возьму. Ладно. Так, давайте попробуем этот косячок сами выкурить. Что тут получим за него, что-то опыт, ману. Так. Я решил проблемы Бенгара с ополчением. Ты позаботился, чтобы они не появлялись у него на пороге завтра утром? Чтобы сделать это, им придется очень хорошо постараться. Отлично. Ты прошел испытание. Ты смог разобраться с ополчением. Этого достаточно, чтобы заслужить уважение большинства. Так. Как Мэри? Так, Вольф говорит, Сифер говорит, что ему, похоже, тебе удалось убедить. Сентенза проголосует за тебя. Рауль ничего не имеет. А Сильвио и Булку даже говорят. Остальные наёбы убедил большинство. В любом случае, и ты убедил несколько. Многие, большинство наемников за тебя. Иди, пожалуйста. Я уже подумал. Нет, мне не это надо. Мне надо прокачка, круги магии, создание рун, алхимия, языки зодчих, ну это отдельная ковка оружия, снятие шкур, снятие трофеев, вообще подкрадывание, взлом замков мне надо, карманная кража и акробатика, вот последние мне точно надо. Блин, еще одноручную надо прокачать нахрен. Стой, вот он, Бода. Эй, ты! В городе Гавчу мы не делаем ничего такого. Воистину, правда. Так, ну это вообще... Могу я? Если ты ищешь, где можно поспать, иди... У нас... Ну это мы поняли, в сарае спать. Сифер... И? Он думает, что это сделал ты. Ах, вот почему этот парень... Я стараюсь быть с ним максимально дружелюбным в последнее время. Потому что, похоже, я ничего не могу поделать. Я стараюсь улыбаться ему, а он... Отдай им, послушай, все, что... Траву отдай. Есть, это один косяк из болотной травы. Вот ты знаешь, как наемники Онара защитят... Так что даже не пытайся сделать как... Я не верю ни одному. У меня ее нет. Так, ладно, ну с тобой мы потом разберемся. Нам сейчас надо признание Ли. Я готов присоединиться к вам. Так ты прошел из... Да. Это хорошо. А что говорят другие? Большинство из них. Хорошо.
Тогда иди прямо ко... Но ты должен договориться о своем жаловании сам. Ой, жалование так. А, подожди. Ты... Я могу показать тебе, но у меня, как только ты достигнешь... Блин. А ты-то что можешь? Ты, когда ты... Я его... Ну, тогда все... Как только лучше. Да я не сомневаюсь. Ну, не сейчас, подождите, подождите. Господи, два наемника. Брата. Из лица одинаковых с яйца. Так вот, вот этот монеты старинные скупает. Не знаю, у меня есть, они нет. Василий. Чем? Анар хочет, чтобы я проводил дни напролет. Он боится, что что-нибудь пропадет. Большинство... Это, короче, домоправитель. Как это, брат? И что? Я собираю. Старые монеты. Были такие. Так. Кто пустил тебя? Что ты делаешь на моей... Тут, кстати, охрана в основном... Меня послал Ли, и я... Он уже говорил со мной. В конце концов, он отвечает за тебя. Так что приступай к своим обязанностям. Но не выводи меня из себя. Оставь фермеров и служанок в покое. И даже не думай стащить что-нибудь, понятно? Конечно. Что касается всего остального, поговори с Ли. А нам с тобой нужно обсудить только твои... Здесь... Я не понимаю, какой тебе до этого может... Ты. А теперь послушай ты. Я унаследовал. Он унаследовал. Какой дерзкий тип, это кошмар! Я не позволю этому жадному идиоту. Война с орками длится уже целую вечность. Нет, я предпочитаю оборонять свою ферму самостоятельно. Понятно. А, нет, а что насчет моего жалования? Так что на. Так, посмотри, дай мне подумать. 50 золотых. Что скажешь? В день. В день? Нет, в неделю. Так. Здесь не... Кем ты себя возо... Это все, что ты пол... Ну, понятно. Какая-то риторика должна быть, ораторское искусство или что, чтобы это себе надбавку сделать. О, подожди. Травокур. Ты мне поможешь, да? Что ты куришь? Что ты куришь? Хочешь затянуться? Конечно. Ну, конечно. Ну, теперь давай, рассказывай. Неплохо, да? Где ты взял эту? И молчит. Что ты делаешь еще? Что-нибудь делаешь еще, кроме как куришь? Сейчас нет. Так, что я хочу присоединиться так? Я хоть мне все равно. Понятно. Сефер сказал мне. Ты ничего? Нет. Так, вот теперь. Отойдем. Эй, ты! Подожди. У меня где-то было, я не знаю, я его сделал, нет? Нет. Где тут гребаный забвение-то? Так. Вот так вот. Ну давай теперь посмотрим так. Где? Что я могу? Я в... Наслабься. Я слишком обкурил. Вот, затяни. Где? Что я могу?
ты же... Сейчас не... Так. Ну давай. Ну еще посмотрим. Эй! Так, а как мне себя тюк-то выбить? Злой у меня должен быть. Одного поймать. Отхреначить. Чтоб он был на меня зол. Ладно. Даже не знаю. Пойдем сюда. Булка. Нам двоим. Я ничего не... А тебе... Эти многие говорят слишком... Как дела? Разве... Так. Сильвио не любит... Пол... Убери оружие. Так, давай вот сюда. Так. Да стой ты. Ага, значит мне рано. Так, подожди. А, не то. Не то, не то, не то, не то. Ой. Не то, не то. Не то загружаю. Я же вот хреначил уже. Забрал у него. Ладно. Посмотрим, можем ли мы. Эй! Я знаю. Кто? Нет, это сделал один из наемников. Ублюдок. За кухней. Я пред. Давай. Он уже безоружен как раз. Нет у меня ничего. Ах ты, сосунок. У тебя даже золота с собой нет. Из этого не выйдет ничего хорошего. Подожди минутку. Ты сделал из дара отбивную. Ну ты еще посмотрим. Воришку не дал. Так, ладно. Трепач. Я ни за что не проголосую. Ой, да иди ты нахрен. Уже все сделано и принято. Я уже вошел в совет. Так что катись колбаской. Ли, дружище. Я готов. Ты беседовал с она? Он согласен. Тогда добро пожаловать в наши ряды. Вот, возьми для начала. Я рад, что ты с нами. У меня уже есть... Первое поручение для тебя. Неплохо. Оно имеет отношение к паладинам. Пришло время тебе увидеться с ними. Ты все равно хотел туда идти. Так. И как мне теперь добраться до паладинов? Очень просто. Ты отнесешь им наше предложение о мире.
Я знаю лорда Хагена, командующего паладинов, со времен моей службы в королевской армии. Я знаю, о чем он думает. У него недостаточно людей. Он примет это предложение. Я написал ему письмо. В любом случае, это должно тебе позволить получить аудиенцию командующего паладинов. Так. Хорошо. Блин, мне магию надо прокачивать. Какую-нибудь... Нет, мне магию, мне надо нижний. Что у нас там внизу-то? А, стой! Где? Добро... Спасибо. Как только у меня будет работа для тебя, я дам тебе знать. Хорошо. Так, искать у кого чего можно прокачать. Эй! Так, ты мне не интересен. Эй, ты! Если бы у меня была магическая руда... Ах, да ладно, я с наемниками, ясно. Скажи мне, как интересно я должен ковать магию? Ну, вот что скажу. Так. Где мне найти магичку? Эх, если бы я только знал это. Я думаю, Горнет, может быть, тебе повезет. Да, я знаю, где находится она. А что... Блин, нету ничего, чтобы мне могло пригодиться. Ну-ка, у тебя что есть в продаже? Привет. Не пойми меня, ты ужасно даже не говори. Ты ужасно занят. У меня мало что есть. Да не то, все не то. Что? Мне твоей ферме вообще не интересно слушать. Вот, Джарвис. Не помню, кто это. Может быть. Точно. Что тебе нужно? Ничего. Как ситуация? Назревают большие проблемы. Сильвио и его люди сомневаются, что ли? Как? Зачем они сомневаются? А как случилось, что появились две фракции? Большинство из нас пришло из колонии вместе с Ли. Но некоторые наемники присоединились к нам. Они не из колонии. Они были южнее. Они как-то прослышали, что Ли нужны люди. Их лидером был Сильвио. Он согласился, что командовать будет Ли. Но теперь он пытается подбить... Понятно, подсидеть. Он способен дойти до экстремизма. Что... Ты знаешь, Ли хочет, чтобы мы выжидали... Он планирует... Да то, что он хочет, мы и так знаем. Мы письмо даже несем. Ты... Сильвио выяснил, что часть паладинов направилась в бывшую колонию. Он говорит, что оставшиеся паладины не осмелятся атаковать нас здесь и хочет воспользоваться этой ситуацией. Грабить мелкие фермы, устраивать засады на патрули ополчения у города, потрошить путешественников, ну и все такое. Но Ли полагает, что это худшее из того, что можно придумать в этой ситуации. Так, а из новостей это что? Теперь ты один из нас. Это хорошо. Ну, блин, это я и без тебя знаю. А есть такие, кстати, задания. Тут испечь хлеб. Тут где-то печка была. Короче. Есть потайные комнаты. Что ты здесь делаешь? Я гол. Вот твоя еда. Так. Ты мне не дашь еще свой? Она закончилась. Не осталось даже маленькой миски? Нет. Прекрати. Если тебе так понравилась моя похлебка, тебе придется сделать кое-что, чтобы получить ее. Давай. Что? Сходи к Сагите. Если ты принесешь мне эти травы... Ой. Ты мне не дашь еще свой? Нет, трав... Хорошо. Я туда и так собирался, так скажем, по пути. Только собирался к Сагите через ферму. Через ферму собирался. Мне же надо сказать, что там бараны могут пастись, кто овцы.
сделать круг, господи. На. Да тихо ты. На. Лечебное растение закрыл с собой. Так, туда я потом приду, я вас поубиваю всех. Буду расчищать поле. Так. Идем сюда. Блин, так-то вы большие, вас хрен пропустишь. Так. Собираем вас. Не, что-то тут. Надо заставить этого хрена работать. А, или он работает? Мне что-то Броуди, Брейди, кто он там нужен? Бронко. Как ты наемник, да? Есть? Я занята. Так, ладно. Ты занята. Вы? Если... Крестьянин. Ты кто? Вот, мне Бальтазар нужен. Ты не видел. Если где я знаю? И... Слава богам. Это я знаю где. Ты можешь опять... Спасибо. Вот. Так. Так. Это... Да уже столько раз. Да. Он все равно не хоть... Моему отцу очень не нравится. Может быть... Что ты хочешь? Давай, я его заставлю. Хорошо. Но поторопись. Бронко, вер... Правда? Да. И теперь я... Давай, вот так, молодец. Тебе... Оставь меня в покое. Подразнили. Так, куда нам? Надо к Люции. Люсия. Она у нас... она у нас там. Только, блин, не посюда же к ней. Да вы дети пошли прочь от меня. У вас надо какую-то дробилку, что ли, хреначить персонально. Охренеть. Ну так, мне надо наверх. Я уж не помню, с какой стороны, правда, залазить на этот верх. Так. Там могут быть бандиты. Да ёж твою мать-то. Вот, так так тоже можно, что ли? Я думал, стрелы сквозь них пролетят. Те, кто вроде склетов-то не брали стрелы. А здесь смотрите-ка. А что это российский мял? Взяли, пошли. Взяли. Так. Там еще что-то было. Они захреначили полевого этого жука. Вот они что делали здесь, эти коварные гоблины.
Да что ли мать-то? На. Ой-ой-ой. Ладно, смотрим. Вон они. Что здесь у нас? Ничего. Сейчас ты получишь. На. На, блин. Ну давай. Знаем, куда идти. Сейчас бахнем немножко зелья. У меня все равно пока есть что пить. Так. Идем сюда. Вон они. Так, где у меня зелье? Вот этих у меня хватает. Еще. На. Да как так-то? Ага. Подожди. Все. Вроде разобрался, блин. Вот хорошо, что у меня это есть штука. Тона. Одежда, блин, броня хорошенькая. Продырявил бы меня сейчас. Каменная табличка. Я не умею открывать замки отмычкой. Так, ладно. Пойдемте грабить. Мы сюда еще потом придем. Шпаги, бандитские шпаги. Продать это все надо. Так. Если не ошибаюсь, тут еще такой был, это он там, лагерь. Что ни хрена, это не единственный лагерь. Вот прощальное письмо Люсии. Так. Куда там? Слишком далеко. Пойдем. Так, наверх, я даже не знаю, стоит ли мне идти наверх туда вот сейчас. Ну, то, что мы прощальное письмо Люсии должны прочитать, это я точно помню. Вот так. Я не могу найти слова, чтобы выразить свое сожаление. Я знаю, что ты не поймешь меня. Ну, короче, она свалила. Жмите на паузу, читайте. Она свалила сама. Так. Ой, ну подожди ты, пародия на существо. Так. Тут еще что-то есть такое в небольшом количестве. Я же здесь еще даже не был. Что вы тут рассказываете-то мне?
Так. Кстати, если я не ошибаюсь, в каких-то даже частях можно стрелы самому делать. А здесь я не знаю, можно делать, нет. Здесь я вам ничего не могу сказать. Еще не дошел до того, чтобы проверять. Так. Блин, не прочитал. Надо будет смотреть, что мне там дал. Потом на паузе. 100 золотых. Да. Вот так. Все, нету что ли больше ничего? Круг солнца. Лучи солнца золотого. Тьмы скрыла пелена. И между нами снова вдруг выросла стена. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Берем. Все берем. Стой. Может, все до грибка возьмем. Все заберем. Так. Давай, давай, иди сюда. Хопа. Хопа. Так, кто у меня тут еще? На. Так. Да подожди ты, бежишь ко мне со своими объятиями. Так. Соберем. Соберем. Огненная крапива. Все возьмем. Блин. Ну да, это у меня ночь ворона лысая. Первая. Один. На. Так. Так. Сюда. Хопа, хопа, хопа. Хопа. И идем в другую сторону. Вот она, пещерка. Пещерка. Где это находится моя прелесть. На. На. Где второй жук? Это мини-лекс. Да тихо ты. Да ешь твою мать-то. На. Вы меня так загрызете? Почему вы раньше-то не пришли? Из этого не выйдет ничего хорошего. Там ничего нет. Молимся Иносу. Давай. Блин. Впустую, да? И хоп. Все, убрал, да, стрелу. Так, посмотрим, что у тебя тут есть, нет? Ой, у нее тут зверь же есть. Кто он, Мракорис, если я не ошибаюсь. Если я правильно, конечно, помню, как его называют. А еще иногда бывают... Потайной вход. Вот лампу крутишь. Так что обращайте внимание, они даже лампы в доме есть некоторые. Как потайные. А где зверь-то? Ты здесь совсем одна? Говори, что тебе нужно от меня. Кто ты? Ты что? Никогда не слышал обо мне?
Меня называют ведьмой-целительницей. Но когда им плохо, они неожиданно вспоминают старую добрую Сагит. Что ты делаешь здесь? Я живу здесь столько, сколько себя помню. Лес мой друг. Он дает мне то, что мне нужно. Так, какие товары ты можешь предложить мне? Выбирай. Так, о, кстати, шпаги бандитов я тебе готов продать. У меня их до хрена что-то должно быть-то. А где они? Так, ржавый топор. А, продаем. Грубый тесак. Широкий меч. Просто, простой. Грубый меч. Продадим. Вот, шпаги бандита. А, подожди, с буквой F. Они мне где-то пригодятся там. Ржавый меч. Топор дровосека. А тут грубый тесак. Взамен я у тебя возьму. Так, 50. Вот это вот возьму у тебя. Опа. Ну и вот, вот это возьму. Рецепт зелья чистого здоровья. Вау. Чистая мана. У меня вроде были такие рецепты. Ну-ка. Свиток, так, свиток, рецепт зелья чистого здоровья, чистой маны. Так, предложение мира паладину. Так, пропуск. Ну ладно, вроде пока все. Ты можешь? Как интересно. Так ты хочешь быть моим учеником? Я сейчас работаю над очень редким. Если бы ты принес мне один ингредиент. Давай, что за ингредиент? Что это за ингредиент? Это очень редкое растение. Трава, солнечное алоэ. Солнечное алоэ. Это где тролль растет. Где можно найти этот ингредиент? Обычно она встречается на экскрементах черного тролля. Вот почему мне так сложно. Так, посмотрим, что может так. Посмотрим. Удачи тебе. Так, подожди. Текла послала меня к тебе за травой. Ах, да. Вообще-то я... Вот, держи пакет. И поосторожней с ним. Ты можешь... Ты за этим пришел. Вы... Давай посмотрим, что... Так, ладно. Теперь я тоже ушел, нашел так список товаров. Так. У камина нету никаких кнопок. И подождите. Хочу кое-что. Нет. Ну-ка. Давай-ка. Нечего взять. Вот так. Сейчас подождите, она начнется, хочу посмотреть. Так, вроде прошел миссию, кстати, надо, можно и в город что-то возвратиться. Сейчас отдадим травы. Так. Смотрите-ка, у него нету сейчас это зверя. Значит, это в патчах там зверь только. Вот так вот. Вот такой вот интересный сюжет разворачивается. И так приколюха еще в том, что когда я играл в прокачанного там, ну до последнего, было что? Был, ну, вон бракорис ходит.
можно было в этот лагерь попасть. Как-то поверху, через тролли там. Поле троллей было, там их, наверное, штук 8 было. Это которых я только заметил. И там мимо них пробегаешь, либо их гасишь, туда уходишь. Вот. И можно сюда куда-то там выйти. Ну давай, иди быстрее сюда. Так, мракурис я пока убивать не буду. Я хочу научиться шкуру, что там снимать все это. Ва! Подождите, волк. Наступает ночь. Этого не выйдет ничего хорошего. А у меня тут погодные условия еще. Да подожди. На. Ой. Там ничего нет. Так, а теперь знаете, что я сделаю? А вот теперь я просто побегу в деревню. Если Иварк мне еще попадется, я уже не смогу выстоять. Ну его нахрен. Блин, там этот мракурис. Нет, мне уже не выстоять против них. Ой, да заткнись ты. Так. Из этого не выйдет ничего хорошего. Там ничего нет. Так, где твоя стая-то, волк? Давай, второго. Сразу. Чтоб овец не таскал. А сюда потом мы еще придем. Из этого не выйдет. Нам сейчас траву надо отнести и переночевать. Блин, овец перебить, что ли, так с них и опыта мало. Волков я перебил. Да. По времени, что у нас? Время 10. Спать пора. Спать пора. Ой. Самита. Ему стоило лучше подумать. Вот пакет. Вот пакет от Сагиты. Огромный. Хорошо. Так, ну все. Похлебка меня сейчас пока не интересует. Надо идти ложиться. До утра. Ну и что ж, пойдемте в город. Там у нас еще дел дофига и больше. Блин, вот волка пристроить. Я знаю, куда его надо пристроить, но, блин, почему-то не могу. Только посмотрите на это. Чего тебе нужно? Не думай, что я стану уважать тебя только за то, что ты стал одним из нас. Да мне твое уважение нахрен не надо. Вещь. Не важно, что ты носишь, я вижу тебя насквозь. По мне, так ты просто скользкий, маленький бездельник и ничего больше. Да пошел ты нахрен. В чем твоя проблема? Я вижу таких людей, как ты, насквозь. Способны только на слова, а когда доходит до дела, в кусты. Я ненавижу тех, кто одевается как вельможа и повсюду. Ну мы поняли. Далее, как вчера. А, и ты что? Мне черного тролля. Ты хочешь сказать этим? И что? Ты хоть раз в своей жизни видел черного тролля болту? Ты-то его сам-то видел? Хотя бы представлять. Сам его не убил. А мне еще? Черного тролля. Ты напрашиваешься, да? Я должен был уже так, если ты такой великий. А что мне с этого? Глупый вопрос. Не так уж много. Челюсть, ты мне хочешь сломать челюсть? Тебе целую кучу денег. Ой. Если ты принесешь мне шкуру черного тролля.
как тебе? Уже лучше. Тогда чего ты ждешь? Так. Все? Не болтай, поп. Я что? Это именно... По-моему, я бы... Тихо. Да тихо ты. Да стой. Мне попасть по тебе надо только. Ну еще чуть-чуть. Там ничего нет, мальчик. Ну вот так вот. Ой, ты-то куда? Как дела? Так ты теперь тоже на... Наемники. Большинство из них пришло из колонии. Еще одна группа наемников пришла с юга. И я готов поклясться, что несколько бандитов с гор тоже пришли с... Так, понятно. Мы еще посмотрим. Что ты знаешь о наемниках с юга? Немного. Их босс Сильвио, Пулка, Синтеза, Рауль и еще несколько парней. Понятно, так. Так. Ли и... Так. А что это? Где бандиты? Это я просто так. К югу от этой долины находятся горы с заброшенными шахтами. Там прядь... А, ну это я знаю. ...из колонии. Единственная разница, что там совсем отъявленные головорезы. А, это я просто к югу. Ну это я только что прослушал. Ну что ж, я так понял про что ты. Давай. Хорошо, хорошо. Вот тут уже. Эй, ты. Так. Мало кто зах. Ладно. Теперь ты, что ты мне скажешь? Хорошо. Хорошо. Кстати, меч он опять приобрел. Так-то у них меч забирает у них дубинки. А у этих опять мечи. То есть можно опять отхреначить и опять взять меч на продажу. Так, ладно. Не понял у меня, что? Подожди. Подкрадывай. Акробатика обучен. От, с чего я получил акробатику-то? Кто меня обучил? Не припоминаю. Ну это хорошо, ладно, спасибо вам, добрые люди. Так, ладно. Сейчас тем люлей навешаем. Им, кстати, еще арбалет надо притащить. Так, минутку. Ты не так уж глуп, как кажешься. Давай. Одноручное оружие, ну хрен с ним. Давай. Я в... Ах, ах. Подожди. Вот так. Ты показал ему, кто здесь главный. Кто тут папочка? Вот так вот. Ты-то хоть стоишь? Стой, правильно. Не дергайся, Олежа. Давай. Подожди минутку. Хорошо, хорошо. Ты лучше. Чего ты хочешь? Так, чего я хочу? Я много чего хочу. Успевай записывать только. Кстати, смотрите, вот этот... кто он? Драконий корень. Здесь смотрите, сколько он появляется уже. А в патчах он. Днем с огнем не найдешь. Такая реликвия нахрен.
на остров нам пока не надо. Кстати, кто будет с хранителями, за хранителей играть, там, ну, хранители проходить, где между двумя водопадами, там есть место, там кольцо какое-то надо найти. Вот и найдете ему там кольцо между водопадами, либо там, либо которое следующее, ну, по-моему, вот здесь вот. Я не был там уже много. В свое время я был довольно влиятельным. Так. Это и есть твой дом. Да? А что? У тебя нет проблем с наемниками? Пока я не сую нос в их дела. К тому же они не... Они не трогают наемники. Че? Если ты хочешь добиться большего, ты... А, силу. Покажи мне товар. Покажи. Ну вот, кстати, жемчужину-то я возьму, наверное, да? А, амулет силы. Даже не знаю. Ну, давай, так, я... И посмотрим, что у тебя тут... Есть. Никаких секретных и потайников нету? Нету. Идем дальше. Осталось у меня что? Взламывание замков и карманные кражи. У кого можно обучиться? Так. Где-то в городе? Ух ты. Минутку, подождите. Кстати, так сохраняться с патчами нельзя. С оружием на изготовку. Он потому что сразу на загрузку вас перетащит. А у меня, как видите, можно. Почти дошел. Бывает. Так, я даже не знаю, что там есть, так проходить-то так. Ладно, мне не туда надо, мне надо в город, мне без подкрана, мне и замков я не смогу подлить и подмешать. Мне надо пройтись, кстати, через ферму, нагрузить одно тело. Так, Кинос. Здесь мы были. Там не сможем попасть на... Не на лесенку надо попасть, чтобы это на от города Хриниса там хреначить. Золото. Золото! Ой. Это... Так, минутку. Идем, идем. Па-па-па-па-рам. Па-пам-па-пам-па. Вот, кстати, здесь внизу я не помню. Что-то есть, нет? Что-то я, конечно, сомневаюсь, что там может быть что-то. Так, заходим сюда на ферму. Мне надо найти, кто бы, вон там он где-то. Вот ты, наверное, да? Подожди минутку. Все? Да, я в порядке. Отчего я не отказался бы сейчас, так этот стаканчик. В таверне. Ты ведь... Я пришел, но когда я приехал... Затем сюда... Понятно, мы с тобой так. Ты бываешь? Бывал, но больше я не могу позволить. Что там произошло? А что там происходит? Там проводят азартные... Двое состязаются друг с другом. Да. В последнее время я только проигрывал. С кем ты соревновался? Ну, с тем выпивохой. Этим старым бездельником. Он всегда... У меня есть подозрение, что эта грязная свинья все время подмешивала в мое пиво джин. Я думаю, он держит джин в своем чертовом сундуке. Кто-нибудь должен подменить джин в его сундуке на воду. Тогда он может подбивать, если бы только у меня были деньги. Так. А у меня вообще есть вода? Вода есть. Ну, можно подменить.
Джин, вода. Ну да. Так, и еще в одно место мне надо... О, кстати, у тебя тут нету ничего такого, что меня могло бы заинтересовать. Нет, ничего такого я не вижу. Но кое-что меня заинтересовать все-таки может. И это не ты. Да. Все правильно. Немножко сюда. Отвлечемся. Нет. На. Да стой ты. Кабаны, кабаны. Так. Полевые жуки. Ну, можно их уничтожить, конечно. Логово. Ну, вообще-то, первоначально я не это хотел. Да. Так, а вот теперь давай. Да тихо ты. Еще кусаются же, падла. Из этого не выйдет. А ничего, что мне хорошего. Больно. Давай. Поливаем жукам. Так. Из этого не выйдет. Теперь сюда. Хорошего. Нечего взять. Нечего терять. Вот, песня, кстати. Нечего терять, очень даже прикольно. Да стой ты. Так. Там ничего нет. Маленько не продумано, да, тут графика в этом плане. Сюда. Развернулись сюда. Кто тут еще остался? А здесь мы завалили всех. Так, ну не спешим. Нам надо еще наверх подняться, да. Там тоже бывает. Ну, пещерку надо. Так. Падальщик. Ну иди сюда. Так. На, в некоторых частях тут есть пещера, которая... Минутку. В которой сидят бандиты, у которых овечка, по-моему, если я не ошибаюсь. Которую надо привезти. Ну, сейчас я, по крайней мере, за овечкой иду. Ну, по крайней мере, надеюсь, что там овечка есть. Стоп. Кот Котофей. Вау, ты уже, смотрите, так сказать, для старта неплохо. Особенно учитывая, что здесь никого убивать не надо, и можно пройти сюда совершенно безнаказанно. Через верх. Огненная крапива. Огненная крапива. Собирай. Так, все. Выматываемся отсюда. Там, кстати, где-то тролль еще бывает наверху. Сидит. Ладно. С крысами, с падочками мы разобрались. Вот тут пещерка бывает. А, вон она. Все-таки. Там ничего нет. Волк. Грибы сначала соберем. Собирайте все, что можно. Потому что вам все это пригодится. И не знаете, кому что, когда отдавать, в каких условиях надо. Один скажет, хочу грибов. Третий хоть
скажет, хочу мяса сырого там. 50 штук, а у вас нету ни мяса, ни грибов. Как у латыша, хер да дыша. Так что, давайте, вот что у нас тут, там волк. Господи, я боюсь к этой пещере подходить. Еще и наполовину уже почти укошены. Сейчас ты получишь. На. На. Вот так. Опа. Так. Тут, кстати, вот кто играет в патче, в этой пещере находится один из главарей, за которого это объявлена награда. То есть тут есть главари, там, первый в самом начале попадается главарь. За его голову объявлена награда. Потом вот здесь в пещере находится бандит, за которого объявлена награда. Один находится в пещере. Ой, в пещере, в таком замке, я не знаю, здесь он есть, нету. Надо дальше проходить, когда только спускаешься с горы от Ксардоса прямо. И не идешь на ферму, ближайшая самая первая ферма в игре. Нет, ты идешь прямо, прям через лес. А потом охренеть, как направо уходишь. Ой, направо. Вру. Налево. Налево уходишь. Вот, по крайней мере, те, которые я точно знаю, что они там есть. Кто-то жрет наверху что-то. Так. Сохраним. Так. Да. Так, и вот сюда еще волк. Я, правда, не знаю, как я против орков. Нормально, действия нет. Там ничего нет. Вот. Так, к солнечному кругу, так как мне выйти-то? Я просто немножко сикаю. Ну, давайте я вот сохранился, посмотрим. Хоть куда я иду. Кстати, иногда здесь бывает древесный голем. Что в свою очередь нехорошо. Его хрен завалишь так вот. На раз-два. Варги. Опять варги. Нет. Подождите вы. Ага, вот так вот. Ну его нахрен. Вот. Есть вот эти хищники. Полевой хищник. Вот и все. Вот пока их достаточно. Может быть, кстати, может быть, я даже миссию выполнил, не знаю точно, не могу сказать, но давайте посмотрим. А вдруг? Ну, я понимаю, что вдруг бывает пук, но мало ли. Я все вспоминаю, где тут солнечный пук, как не пройти, он как-то, карту сейчас я толком не помню, поэтому. Тебе мало того? Ой, заткнись. Вы ни хрена не сделали. Нет, гнездо я, видимо, не разорил, не убил. Ну, давайте-ка еще разок попробуем. Стой, 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 стой. Травка. Травушка, муравушка. Тут карты-то сходятся все к одному месту. У меня, кстати, карты-то нету. Так что, кстати, у меня это рыба должна быть, если не ошибаюсь. Так. Записка. Вспомнил же. Я же вспомнил нахрен об этой рыбе.
Это, кстати, вот у этих бандитов в пещере рыба находилась, если я не ошибаюсь. Могу, конечно, ошибаться. Так, прощание. Так, вонючая записка. Так, не высовывайтесь, парни. Ополчение становится подозрительным. Не предпринимайте ничего, пока я не дам о себе халвор. Хорошо. Не высунемся. Итак, там варги. К варгам мне неохота идти. А проверить мне очень даже охота. Любопытство, как говорится, кошку сгубило. Я просто забыл. Я бы так бы нашел бы быстро бы этот круг. Вроде это орк. Да иди ты нахрен. Это нежить. Не помню, где тут оборачиваться можно. А они между собой так херакаются. Ну, конечно. Давайте попробуем обижать орка. И с другой стороны зайдем. То есть, ну как, через орка, мимо этих скелетов сейчас. Так, смотрим, как мы можем противостоять, выполнить эту задачу. Вот он. Хопа, мина. А мы пойдем, опа, вот сюда. Да почти. Так, кто-то где-то кого-то хренакает. Да уйдите вы от меня. Да тихо вы. Я сейчас просто смотрю. Блин, столько орков тут понатыкано. Вот где-то в тумане, вон там. Так. Или кто-то меня проводить должен. Ага, гиблое место, кстати. Вот здесь пещерка есть, или здесь нету такой пещерки, куда потом можно будет отвезти гильдии убийц. Хопа. Да ты не угонишься за мной. Ну да уж тебе, старпёру-то нахрен. Значит, надо с той стороны как-то бежать. А, все. Блин, вообще по другой надо бежать. Лестница. Хопа. Ну вот, обследовали, в общем, местность. Где-то что-то кто-то кого-то побил. Так, ладно. Загрузка. Местность была обследована. Так, вот быстренько так проскакали. Смысл мне там. Если они друг друга перехерачат, мне же не достанется твоего опыта. А мне он нужен будет. Все. Назад. Орка, точно есть порталы. Я только не знаю, здесь они есть или нет, но так в игре есть порталы. Были, по крайней мере. Вот. Один находится за закрытой дверью, за таверной. Другой, один находится здесь, в пещере. Я в первой игре, по-моему, или во второй показывал. Во второй, по-моему, показывал, где орк сидит. Стой. Так, потом, что у нас еще есть? Где портал? У них несколько штук было же порталов. Это те, которые круглый шарик такой мигает. Помимо них есть в патчах еще, типа как статуэтка Иноса, где перемещаться можно, только им надо активатор, специальные камни всовывать. Поэтому смотрите, в какой вы играете, по патчам смотрите. Я говорю, сильно патчей много, это тоже нехорошо. Так. Ну давай. Где ты? Да что твою мать-то? Ну-ка давай-ка посмотрим. Стой.
Вот она. Ау-ау-ау-ау. Ауели. Да ни хрена себе. Да конечно. Сейчас попробую. С мечом. Охренеть. Так. Ну что вы со своими рынами-то, кстати? Вы готовы? Я готов. Сейчас будем смотреть, как меня хренакают. Потому что сомневаюсь, конечно, что я смогу вывести. Давай. Давай без волка только. Да. Тихо. У меня насколько-то все равно прокачано, так что что ты? Потому что я тебя не подрежу. Я в Dark Souls только что играл. Перед этим. А там у него нечто покруче был, чем у тебя. Да сейчас. Алгоритмы на боссов выявлял, а ты мне падла кого-то тут. Да. На кончике острия тебя ловить. Правда, все равно я могу проиграть. Да. Поэтому я потом к тебе приду. Да, потом придем. И такое бывает. Кстати, кто будет проходить помощником кузнеца, ему надо будет притащить оружие орка. Оружие орка у нас валяется. Просто его можно найти, не убивая орка. Сейчас я вам покажу, в какой стороне вам лучше искать его. Вон туда идете. Давайте посмотрим, кто там на этот раз. Ой. На. На. Так. Что у нас тут еще есть? Ничегошеньки, ладно. Так. Где-то там. Ты где-то там, за горизонтом, ты где-то там, выше золотых окон. Ты где-то там, где легко и тепло, ты где-то там, ты опять далеко. Крысы, я вас вижу. Так, топор ржавый. Стрела, топор. На, на. Там ничего нет. Так. Это вот для начинающих здесь место, что и травка вроде как, и звери такие безобидные. И на, и на. Ну, кстати, есть такие патчи, где город просто не узнать, он там просто переделаешь прям полностью. Что... Так, где у нас нора? В ней огромная... А, там, как она там? Там пещера, в ней нора. В ней огромная дыра. Это я насрал туда. Да. Есть и такое. Даешь твою мать. Вот так. Все берем. Нечего взять. Вот, видите? Это оружие орка, можно и без боя забрать. Но мы сейчас посмотрим, кто там обитает. Там ничего нет.
Давай. Вот и все. Кто вы такие? Что вам надо было от меня? Напали первые. Бродяга. Ой, мамочка. Берем. Так, селедка. Стрелы. Стрелы. Ой, блин, да уйди ты. Нет, нет. Стрелы, это, кстати, вообще нужная вещь. Как видите, израсходуются они. Да, уйди ты. Быстро израсходуются. Тут, видите, кто-то обстреливал их хорошо так. Так, минутку. Ага, вот. Тут вот еще одно. Блин, залез в шипы. Видимо, тут тоже что-то можно сделать. Вот. Так-то вот здесь вот это находится еще один портал, если я не ошибаюсь. Бывает такое. Вот. Тут вообще такие заговоры бывают. Мама, не горюй. Ну давай. Там ничего нет. Там ничего нет. Так, ну все, мы. Подожди, стой, ржавый меч. Здесь мы собрали. Шпага бандита. Ржавый топор. Так. А здесь что у нас? В некоторых частях есть такие, что стены замурованы. И чтобы их раздолбить, надо, допустим, специальный инструмент какой-нибудь. Так, здесь никого нету. Здесь, кстати, какое-то место встречи может быть с кем-нибудь, с магом или еще с кем-то там. Смотря зависимо от миссии. Тоже вот здесь вот. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео, и да, возможно, уже теперь вы будете видеть здесь в уголке мое лицо. Пока!